Привет, вас приветствует Настя Кальченко, и сегодня мы с вами сплетем браслет из бисера. Для этого нам понадобится проволока, бисер любых цветов, у меня это розовый и черный. Вот, значит, вот черный, а вот розовый. То есть имя у меня будет черным цветом, а сам браслет будет розовым цветом. Для начала отмотаем проволоки. Проволоки понадобится очень много, так что мы отматываем большой кусочек. Где-то метр. Вот, значит, еще нам понадобятся ножницы и схемка. Мне это вот такая вот схемка. Имя Настя. Вот. Его не очень сложно плести. Этот браслет. Отрезаем. И начинаем плести. Значит, вот, значит, на один конец проволоки я вдеваю. На один конец проволоки я вдеваю 3 бисеринки. Раз. Мне, наверное, где-то больше метра я отмотала. Вот, я сделала 3 бисеринки на один конец проволоки. Теперь я вдеваю, смотрите, в 2 последних бисеринки я вдеваю другой конец проволоки. Вот как у вас должно получиться. Вот, тут вот так, а вот эта бисеринка свободно может туда-сюда есть. И мы продеваем полностью. У нас получатся первые 2 ряда. Вот, значит, сейчас я продену. Вот. Как у меня получилось. Вот так. У вас также должно получиться. Вот. Теперь я вдеваю опять же 3. Опять же 3 бисеринки. Вот. Розовые. Потому что ими мы еще не плетем. 1, 2, 3. Вот. Значит, я вдеваю. И продеваю через все 3 бисеринки другим концом проволоки. И вот так вот мы плетем до четырех бисеринок, до четвертого ряда вообще. Вот, значит, я доплела до четвертого ряда, и теперь я начинаю плести первую букву. В моем случае это N. Вот, это буковка N. Потом я пойду на А буковку, потом на С, Т и Я. Вот, пока что я плету N. Значит, положите схему так, чтобы вам было видно. Вот, значит, мы надеваем еще один четвертый ряд, только с черными бисеринками. Тоже 4 бисеринки. Вот. Вот, я сделала 4 черных бисеринки. И другим концом опять затягиваю. Беру другой конец и затягиваю. Берем, затягиваем. И если у вас неправильно получилось, это ничего страшного. Вот так вот. Вот так у нас должно получиться. Вот, это по... Я плету браслет по принципу крокодильчика и всех остальных
животных, которые вся плыва. Вот. У нас так получилось. Теперь по схеме у нас сейчас идет 3 розовых. Надеваем на один ряд 3 розовых бисеринки. Вот я даже на схеме плету. 1, 2, 3. Вот я надела 3 розовые бисеринки. Теперь одну черную бисеринку. И опять 3 розовых. Вот я затянула. И у нас получилось уже как бы начинается похоже. И вот таких вот нам палочек, ну, таких рядов нам надо, я считаю, это у нас первый ряд с 7 бисеринками. Первый, второй, третий, четвертый. Нам понадобится таких 4 ряда. Только самый конец будет с 7 бисеринками, все черные, в общем, они будут. Вот. У нас так должно получиться. У меня теперь на этот ряд нанизываем точно так же, как и на первом. Все неровности поправляем. И как-то получается вот так. Ну, уже немножко похоже на буковку М. И мне кажется, хватит. Теперь надеваем на одну, надеваем все 7 черных бисеринок. Раз. И их мы затягиваем. Вот, и я плела еще вот этот черный ряд из 7 бисеринок, и у нас получилось похожая на М. У меня получилось похожая на М. Теперь по нашей схемке мы набираем на один конец проволоки, набираем 7 розовых бисерин. Все, готово. Теперь мы берем и затягиваем. Берем другой конец и затягиваем. Вот, я затянула. 7-й ряд. Вот. И теперь мы начинаем плести буковку А. Мы надеваем 5 розовых и 2 черных. 5 розовых и 2 черных. Вот я вдела, теперь мы затягиваем. Вот как у нас получилось. Вот. N и уже идет как бы А. Что-то похожее. Ну, еще ничего не похоже. Ну, в общем, теперь мы вдеваем 3 розовых бисеринки. Сейчас посмотрю по схеме нашей. Так, теперь 2 черных. Да, 2 черных и опять 2 розовых. Вот, я затянула, и у нас получается буковка А. Вот. Так вот, наискосочек, но ничего страшного. Буковка А. Теперь мы берем одну. Вдеваем в один конец проволоки одну розовую, потом 3 черных, уже у нас 3 черных. Три черных и 3 розовых. Теперь мы вдеваем одну черную бисеринку. Одну черную бисеринку.
Потом вдеваем две розовых бисеринки. Одна, опять же, черная и три розовых. Вот. И продеваем. Вот я сплела букву А. И вот, да, издалека видно классно. Вот я сплела букву А. Вот. Вот. И теперь мы надеваем 7 розовых бисеринок и протягиваем. Я уже сделала 7 розовых бисеринок. Мне осталось только 8. Вот. Готово. Я протянула. И теперь мы начинаем плести букву С. В моем случае я вдеваю ряд черных. 7 бисеринок черных. Вот, готово. И теперь мы затягиваем. Это у нас уже будет получаться буква С. Вот, я уже протянула. И теперь я протягиваю одну черную. Беру одну черную. Одну черную. Потом пять розовых. Пять. И еще одну черную. Вот. Вот так. И это мы затягиваем. Это все мы затягиваем. Поправляем все. Наш браслетик хорошо до конца затягиваем. Уже похоже на букву S. Так вот мы продолжаем плести. Теперь опять у нас одна черная идет. Одна черная. 5 розовых, а в конце одна черная. Вот и протягиваем. Все, наша буковка S готова. Теперь один ряд розовых. Наш браслетик скоро будет готов. Все, и затягиваем. Теперь сейчас мы будем плести букву Т. Т плести тоже легко, но чуть-чуть посложнее, чем S. Так, теперь мы вдеваем одну черную по нашей схеме, одну черную и 6 розовых. Вот. Переворачиваем. И что мы видим? Вот. У вас должно получиться вот так, как у меня. Одна черненькая бусинка, а все остальные розовые. Теперь мы продеваем так же самое. Еще один ряд. То есть вот этот еще один ряд. И все. Дальше все остальные черные. А потом еще также два ряда. Вот, теперь 7 черненьких бисеринок вдеваем. Теперь также самое, как и первые мы делали. Так же самое мы продеваем второй ряд. То есть одну черную и 5 розовых. Так мы продеваем два раза. Вот, я сделала букву Т, теперь я делаю букву Я. Я будет еще сложнее делать, как Т, и Н, и А, в общем, будет посложнее. Мы сначала продеваем 7 бисерин розового цвета,
Вот. И теперь делаем буковку Я. Нам надо продеть 4 бисерины черного цвета. Вот, теперь на один конец проволоки мы надеваем 4 бисеринки черного. Это мы плетем буковку Я. 4 бисеринки черного. Потом у нас идет 2 бисеринки розового и 1 бисеринка черного. И 1 черного. Вот, затягиваем. Да, вот. Получилось. Теперь мы вдеваем опять так же самое, только мы вдеваем 4 бисеринки черных. На третий раз. 2, 3, 4 черных. Потом 1 розовую. 1 розовую. Потом опять 1 черную. И 1, какую у нас там идет, сейчас посмотрю. 1 розовую. Вот, готово. Это мы вдеваем, смотрите, я немного перепутала. Мы вдеваем опять же в это. Вот, значит, продеваем. Вот, вот опять же в левую. Это все мы затягиваем. Вот, получается, ну, уже становится похоже на букву Я. Теперь мы вдеваем 5 черных, уже не 4, а 5, так, теперь у нас идет после 5 2 розовых, и это мы затягиваем. Вот, я вдела, и уже получается похоже на букву Я, вот, и теперь мы надеваем 7 полностью черных бисеринок. Все, это все мы затягиваем. Все, буковка Я готова. Теперь мы берем на один конец проволоки, нанизываем опять же 7 розовых бисеринок. Все, это все мы затягиваем. И у кого осталось очень много проволоки, то мы это не отрезаем, а начинаем уменьшивать начинаем наши бисеринки. У меня очень мало осталось, так что вот, как бы это не браслет у меня, это просто такой вот значок из бисера Насти. Вот, значит, мы с вами сегодня сплели вот такой вот браслет с именем Настя. Кому понравилось это видео, ставим лайки. Не забываем подписываться на канал и писать комментарии. Всем пока!